Спонсор новостей – травмпункт медицинского центра «Санас». Экстренная плановая помощь при любых видах травм. Передовые технологии и современные методы диагностики для вашего здоровья. Телефон 260-60-40. Это новости на восьмом, а значит, ближайшие полчаса все о главных событиях жизни Владивостока. С вами я, Юлия Ракотская. И вот что произошло в нашем городе к этому часу. Новых руководителей дорожной отрасли назначат в Приморье. Олег Кожемяка остался недоволен работой профильного департамента. Проблема-то власти, знаете, в чем? Тем, чтобы подбирать людей, которые способны что-то делать и имеют опыт управления. Потому что, придя вот, к власти в регионе, если ты новый человек и не сталкивался, ты 3 года будешь разбираться. Спустили воду. Жители Артема бьют тревогу. Излюбленное место их отдыха – резервное водохранилище – ликвидирует местная администрация. 3 месяца назад мы были здесь отдыхали. Да, здесь было полное воды. Купались ребятня, катамараны. Конечно, жалко то, что воды нет. Детские хирурги со всего Дальнего Востока приехали в приморскую столицу. Во Владивостоке обсуждают актуальные вопросы и перспективы развития этой непростой отрасли в медицине. Детская хирургия – это не героизм какой-то. Это ежедневная работа всего коллектива. Также в выпуске – Арсеньев, Невельской, Муравьев-Амурский или Лагутенко. Новое имя аэропорту Владивостока выберут из 3 вариантов. Но пока фавориты неизвестны. И еще расскажем. День народного единства готовится отметить Приморье. В краевом центре меняется график работы многофункциональных центров. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. Глава региона Олег Кожемяка раскритиковал работу департамента дорожного хозяйства по восстановлению дорог. После чрезвычайной ситуации из-за ливней в августе департамент подготовил сметные расчеты по ликвидации последствий наводнения на общую сумму 590 миллионов рублей. Но несмотря на то, что сметы были составлены, никто не потрудился их утвердить и приступить к восстановительным работам. Ситуацию, при которой «Примавтодор» освоил только 59 миллионов рублей, а люди работают без государственных контрактов практически бесплатно, глава региона назвал абсурдной. Для ликвидации последствий чрезвычайного происшествия у вас были представлены сводно-сметные расчеты, локальные сметы. Это первое, что вы должны были сделать. Принять их к сведению, оценить и заключить государственные контракты на восстановительные работы. Все. Это первый вопрос. То, что касается в дальнейшем строительства мостов, каких-то долгосрочных работ, пожалуйста, вы делаете еще месяц, потом потребуются проекты, потребуется финансирование. Но это-то почему не сделано? 2 месяца прошло впереди, зима наступила, вы еще сметы не проверили. Сейчас зима, сделают вам зимники везде. А что весной будет? Коллапс? Организуйте работу с тем, чтобы сидели исполнители 24 часа в сутки, чтобы все работали по этому направлению. И если вам представили эти локальные сметы, сводно-сметный расчет, так их расцените, утвердите и дайте денег с тем, чтобы люди работали, чтобы контракты заключались. В РИО губернатора подчеркнул, что ситуация, когда каждый житель Приморья жалуется на дороге, недопустима, если деньги предусмотрены, ими грамотно нужно распорядиться. Он поручил организовать работу в круглосуточном режиме, а также отметил, что уже на этой неделе в департамент транспорта и на предприятие «Примавтодор» придут новые руководители. Он подчеркнул, что залог успешной деятельности любой команды – люди, умеющие работать. То, что касается дорог, я прямо хочу сказать, ситуация аховая. Вот в целом по краю она просто аховая. Поэтому я попросил и переговорил с Евгением Ивановичем Дитрихом, вот это сейчас министр транспорта. Он мне дал человека, где-то, наверное, с пятницы он придет возглавить департамент дорожного хозяйства. Вот, то есть, также дал человека, то он возглавит «Примавтодор», то есть, с тем, чтобы была согласованная политика. Ну и самое главное, что люди должны быть знающие, как пишутся программы, как выдаются заказы. Ну и сам он обещал подъехать, вот, то есть, министр транспорта Российской Федерации, с тем, чтобы тоже нам помочь эту ситуацию расшить.
Несколько месяцев назад общественность Владивостока активно участвовала в обсуждении и решении проблемы озера в микрорайоне Патрокол. Не без участия экс-мэра приморской столицы Виталия Веркиенко ситуация с водоемом была урегулирована. Оказалось, водоемный вопрос актуален не только для приморской столицы. Накануне жители Артема устроили протестную акцию. Повод – ликвидация администрации местного резервного водохранилища. В свою очередь у артемовских властей – свой взгляд на ситуацию. Подробности в следующем материале. Резервное водохранилище в Артеме существует с 30-х годов прошлого столетия. Вернее, существовало. Сейчас от территории водоема, ставшей популярным местом отдыха горожан, уже почти ничего не осталось. Причем, как говорят местные жители, буквально в середине лета резервное водохранилище цвело и пахло. 3 месяца назад мы были здесь отдыхали, да, здесь было полное воды, купались ребятня, катамараны. Конечно, жалко то, что воды нет, что слили. Говорят, слили. По каким причинам, для чего, непонятно. Жители Артема, озабоченные исчезновением водоема и места для отдыха в одном флаконе, активно выражают свой протест по поводу уничтожения озера. По их словам, ликвидацию резервного водохранилища проводит местная администрация, причем целенаправленно. В качестве аргумента они приводят прорыв летом прошлого года обводной канавы вокруг озера для спуска воды. Как результат, водоем почти полностью осушен. Уничтожение водных объектов и лесопарковых зон в городе Артеме приобрело необратимые катастрофические масштабы. Уничтожен каскад гидротехнических сооружений в центре города. От стадиона до центрального рынка. Частично потерю каскада искусственных прудов компенсировала вторая плотина на протяжении многих лет. Но ее постигла та же участь. В свою очередь, артемовская администрация объяснила свои мотивы. Спуск воды был нужен ввиду аварийного состояния той самой плотины на реке Озерные Ключи. В 2014 году суд обязал администрацию городского округа отремонтировать гидротехническое сооружение. Но в мэрии заявили, что нужных 25 миллионов рублей у них нет. По итогу горожане написали письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой проверить законность действий администрации и привлечь виновных к ответственности. Главная причина – невыполнение решения суда о ремонте плотины. В настоящий момент жители Артема требует восстановить дамбу и вновь наполнить озеро водой. Евгений Черемухин, новости на восьмом. Пушкинскому скверу «Быть». Работы по благоустройству территории в районе сквера и опоры Золотого моста на Светланской, 65, начались во Владивостоке. Объект вошел в федеральную программу формирования комфортной городской среды. До конца года будет проведена первая очередь строительства. Благоустройство коснется земельного участка, который долгие годы оставался неухоженным. Недавно он был оформлен в муниципальную собственность, что позволило включить его в план благоустройства. В перечне работ – мощение пешеходных дорожек декоративным природным камнем, отсыпка белой галькой, формирование по периметру откоса гибкого бордюра. Также специалисты построят лестницу из габаритных каменных материалов для пешеходной связи сквера с тротуаром на улице Светланской. Озеленение и установка малых архитектурных форм будет проводиться уже весной. Здесь у нас будет деревянная конструкция, амфитеатр. Вот, столы будут, скамейки, чтобы люди могли сидеть, отдыхать и наблюдать красоту Золотого Рога. Дорожки из плетника, чтобы люди могли ходить там, отдыхать там, допустим. Вот. И на следующий год уже озеленение. Напомню, Владивосток второй год участвует в реализации федерального проекта формирования комфортной городской среды. Благоустраивают те территории, которые получили большинство голосов жителей Владивостока в ходе рейтингового голосования в марте 2018 года. Как помочь самым маленьким пациентам региона? Актуальные вопросы и перспективы развития детской хирургии обсуждали во Владивостоке. На 5-ю региональную научно-практическую конференцию съехались детские хирурги со всего Дальнего Востока, а также иностранные специалисты. В этом году конференция посвящена памяти Владимира Владимировича Шапкина, выдающегося хирурга Приморского края. Подробности у Катерины Матвеевой.
Лечение патологии желчных путей, минимальная инвазивная хирургия, исследование боли, лучевые методы диагностики, достижение эндоскопической хирургии. Эти и многие другие вопросы находятся под пристальным вниманием узких специалистов. Она очень важна для наших докторов. Мы ее начали проводить в 2005 году. И она служит для того, чтобы врачи Дальнего Востока, врачи Приморского края имели какую-то свою площадку, чтобы объединиться и обсудить свои проблемы. Общая статистика, она показывает, что да, наши показатели растут, и это же, как правило, не результат действия какого-то вот одного человека. Детская хирургия – это не героизм какой-то, это ежедневная работа всего коллектива, и как раз именно лучшая выживаемость детей говорит о том, что общие наши результаты намного лучше стали. В частности, это результаты наших конференций, мы в этом абсолютно уверены. Конференция посвящена памяти ведущего хирурга Приморского края Владимира Шапкина, которого не стало 1 ноября 2017 года. Уход из жизни этого блестящего специалиста – большая потеря для Приморья. Профессор, доктор медицинских наук, отличник здравоохранения, врач высшей категории – это далеко не полный перечень его заслуг. Его профессиональные достижения были известны всей стране и даже за рубежом. Профессор Шапкин был величайшим хирургом и, безусловно, хорошим человеком. Мы были знакомы около 10 лет, и именно он начал дружбу детских хирургов Владивостока и Кореи. Русским и зарубежным специалистам есть чему друг у друга поучиться. Так, в Приморье еще не делают эндоскопические операции при врожденном пороке развития с частичным отсутствием пищевода, в то время как в Корее эти операции поставлены на поток. Русскими врачами все восхищаются, потому что сама лапароскопия была изобретена русскими. И имеется множество открытий, которые были сделаны в этой стране. И, конечно, мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Программа конференции затронула широкий круг вопросов – от организации помощи детям в критических состояниях, современных методов оперативного лечения, анестезии и интенсивной терапии, до вопросов реабилитации детей после хирургических вмешательств. Сегодня очень была интересная конференция. Было очень интересно послушать наших иностранных гостей про неинвазивные методы обследования, про злокачественные опухоли, как они у себя это лечат, что у них больницы как централизованно это все лечат. Это все было очень полезно, потому что у нас не все, можно сказать, в больнице такое делают, как у них там. Подобные конференции интересны в связи с тем, что в клинике и больнице Приморья поступает новейшая техника, оборудуются новые операционные, а специалисты обладают достаточными компетенциями, чтобы работать с ней, проводить сложнейшие малоинвазивные операции. И дело замечательного хирурга Владимира Шапкина будет продолжаться. Катерина Матвеева, Алексей Заровный, новости на восьмом. 1 ноября высшему инженерному образованию на Дальнем Востоке исполняется 100 лет. В течение всего года в Дальневосточном федеральном университете проходили юбилейные встречи, а завершением стало торжественное собрание с участием инженеров всех поколений. История этого образования на Дальнем Востоке началась с 1918 года, когда был открыт Владивостокский высший политехникум. В 1930-м начал работать Дальневосточный политехнический институт, ставший позднее университетом. Здесь были созданы кафедры архитектуры, сварочного производства, кафедра судовых двигателей и многие другие. Современный этап развития инженерного образования на Дальнем Востоке начался в 2010 году, когда ДВГТУ вошел в состав создаваемого Дальневосточного федерального университета и был преобразован в инженерную школу ДВФУ. Сегодня особое внимание здесь уделяют области судостроения, разведки месторождений полезных ископаемых, разработки аппаратов для исследования Мирового океана. Сейчас в инженерной школе ДВФУ обучается свыше 6 тысяч студентов, работает около 600 профессоров и преподавателей. Инженерная школа развивает связи с десятками вузов и научных центров в 19 странах. Подготовка специалистов ведется в постоянном контакте с крупнейшими предприятиями региона – судостроительной верфью «Звезда», авиазаводом «Прогресс», заводом «Дальприбор», компаниями нефтегазовой и судоремонтной отрасли. В 2018 году инженерная школа выпустила почти 1500 квалифицированных специалистов.
Приморцев ждут длинные выходные – 3 дня. В связи с празднованием Дня народного единства изменится график работы во всех отделениях многофункционального центра Владивостока. Так, 3 ноября – рабочий день в отделениях МФЦ продлится до 19 часов. В воскресенье, 4 ноября, объявлено праздничным днем, в связи с чем отделения центра «Мои документы» не будут принимать заявителей. 5 ноября все отделения будут работать в штатном режиме. Структурные подразделения на острове Русский в поселке Трудовое не осуществляют прием 3, 4 и 5 ноября. В остальные дни работают по обычному графику. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой... Приморцы смогут выбрать вариант имени для аэропорта Владивосток. С 1 по 11 ноября пройдет опрос населения. Дачники Владивостока завершили садово-огородный сезон и приступили к учебе. Иван Штыль побывал в гостях в школе-интернате села Раздольное. Спонсор новостей – травмпункт медицинского центра «Санас». Экстренная плановая помощь при любых видах травм. Передовые технологии и современные методы диагностики для вашего здоровья. Телефон 260-60-40. Травмы и ушибы всегда возникают внезапно. Они резко меняют наши планы. Травмпункт медицинского центра «Санас» – это то, что вы искали. Оказание экстренной помощи без очередей и записи при любых видах травм. Современный цифровой рентген поможет выявить даже сложно диагностируемые повреждения. Травмпункт медицинского центра «Санас». Мы заботимся о вашем здоровье. Сегодня с вами Юлия Ракоцкая, и мы продолжаем. Приморцы смогут выбрать вариант имени для аэропорта Владивосток. С 1 по 11 ноября пройдет опрос населения. Дачники Владивостока завершили садово-огородный сезон и приступили к учебе. Иван Штыль побывал в гостях в школе-интернате села Раздольное. Первый съезд работников сферы социальной защиты Приморья прошел во Владивостоке. На нем были подняты вопросы преодоления бедности, сохранения активного долголетия, помощи в чрезвычайных обстоятельствах. В Приморье насчитывается более 7 тысяч работников социальной сферы. И, как подчеркнул глава региона Олег Кожемяка, зона их ответственности в крае поистине огромна. Ведь на их попечении находится почти 10 тысяч пожилых людей, инвалидов, за которыми нужно ухаживать на дому. Более 4 тысяч одиноких пенсионеров и инвалидов, которые живут в домах-интернатах, и почти 7 тысяч детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, которые восстанавливаются в социально-реабилитационных центрах. В целом более 650 тысяч приморцев, почти 1/3 жителей края, так или иначе являются получателями каких-либо видов льгот и пособий. Олег Кожемяка выразил благодарность соцработникам региона за колоссальный труд, пообещал помощь и поддержку, а также достойную оценку такого труда со стороны государства. В России завершился второй этап конкурса на новое имя региональным аэропортам. По каждому из них составлены перечни с 10 вариантами имен людей, внесших вклад в развитие края или области. С 11 ноября на голосование будет представлена тройка лидеров. Приморцы смогут выбрать понравившийся вариант для международного аэропорта Владивосток. С 1 по 11 ноября пройдет опрос населения. На выбор представлены 10 известных личностей. Николай Муравьев-Амурский, Владимир Арсеньев, Николай Игнатьев, Михаил Янковский, Николай Кузнецов, Степан Макаров, Александр Фадеев, а также Анна Щетинина, Геннадий Невельской и Илья Лагутенко. По итогам опроса выберут 3 варианта и представят на рейтинговое голосование. Оно продлится с 12 по 30 ноября на сайте Общественной палаты России, портале великиеимена.рф и в социальных сетях. У дачников начался учебный семестр. Закрывая дачный сезон, садоводы Владивостока не торопятся уйти в отпуск. Теперь пора продолжить учебу. Темы занятий разные, и есть возможность выбрать для себя наиболее полезные и интересные. В предстоящую субботу, 3 ноября, состоится встреча с доктором биологических наук, сотрудником биолого-почвенного института ДВОРАН Владимиром Головым, который расскажет об особенностях органического земледелия, о том, как вырастить биологически чистый
чистый и максимально полезный урожай. Занятие организуется Союзом садоводов города совместно с администрацией Владивостока и пройдет в кинотеатре «Иллюзион» на втором этаже. Начало в 11 часов. Новый образовательный проект связан с расширением ассортимента выращиваемых в крае персиков, увеличением посадок этой культуры и ее популяризацией. Школа персиководов будет работать в краевой библиотеке имени Горького. На занятии, которое пройдет 16 ноября, опытный садовод Алексей Герасименко даст советы по сортовому разнообразию этой культуры. Кроме того, в библиотеке имени Горького работает клуб «Сады 21 века». По информации его руководителя Александра Гринева, в субботу 3 ноября состоится обобщение опыта наших садоводов по созданию сада на низкорослых подвоях и выращиванию крупноплодовых яблок и десертных груш. Начало в 10 часов. Экологическая гостиная в библиотеке откроет двери 9 ноября. Стоит отметить, что с закрытием дачного сезона у многих жителей Приморья появилось больше свободного времени на выходных. А это прекрасный повод разнообразить свой досуг каким-либо культурным, образовательным или развлекательным мероприятием. Тем более, что и выходные впереди ожидаются долгие. А какую площадку посетить, расскажет моя коллега Анна Бережная в традиционной рубрике «Афиша». Здравствуйте, меня зовут Анна Бережная. Сейчас все о самых интересных культурных событиях на ближайшие дни. Музыкальный феномен 21 века. Хор Турецкого выступит на сцене Владивостокского цирка. Уникальные голоса, невероятная энергетика и манера исполнения. Коллектив не имеет репертуарных границ. От мировой классики до рока, от поп-музыки до оперы, от джаза до народных хитов. Артисты поют более чем на 10 языках. Начало концерта в 19:00, стоимость билетов от 1,5 до 5 тысяч рублей. А в Феска-холл с новой программой выступит стендап-комик Руслан Белый. Публика ценит и остроту, и актуальность его юмора. На концертах Руслана Белого часто зрители и сами становятся участниками выступления. Начало в 19:00. Стоимость билетов от 1200 до 3500 рублей. На трагикомедию «Забыть Герострата» в двух действиях по пьесе Григория Горина приглашает театр имени Максима Горького. Начало в 18:30. Стоимость билетов от 300 до 2000 рублей. Концерт «Ветка душистой сирени» к 145-летию со дня рождения Сергея Рахманинова состоится в Приморской филармонии. Начало в 18:30, стоимость билетов 500 рублей. А в Театре молодежи инсценировка «Собачье сердце» по мотивам одноименной повести Михаила Булгакова. Режиссер Герман Авеличев. Начало в 18:30, стоимость билетов от 200 до 400 рублей. Фестиваль корейской культуры пройдет 3 и 4 ноября на 4 этаже торгово-развлекательного комплекса «Седанка Сити». Вы сможете попробовать различные продукты питания, произведенные в Корее, посетить мастер-классы по приготовлению блюд традиционной корейской кухни. Дети смогут поиграть в традиционные корейские игры, сделать веер с изображением корейского флага и традиционный брелок из дерева. Специальные гости события – знаменитое шоу «K-Tigers». Танцевальная тхэквондо команда известна своим уникальным стилем, сочетающим боевые искусства с музыкой и танцами. Начало в 11:00, вход свободный. На альтернативный морской Хэллоуин, День морских чудовищ, приглашает Приморский океанариум. Вас ждет увлекательный просветительский маршрут в стиле квеста по экспозициям океанариума, знакомство с мифами о морских животных, а также пираты-амазонки, водорослевый лес, невидимые тайны и морские чудовища. Начало в 12:00, стоимость билетов от 500 до 1200 рублей. Зрелищные поединки и демонстрация лучших спортивных достижений, адреналин и эмоции. Открытый всероссийский чемпионат «Кубок Тихого океана» по джиу-джитсу пройдет 3 и 4 ноября в спорткомплексе «Восход». Начало в 11:00, вход свободный. А всех любителей кошек 3 и 4 ноября приглашают на международную выставку под названием «Кот-2. Территория любви» во Дворце культуры железнодорожников. Гостей ждет сюрприз. Спонсор выставки «Студия танцев» разыгрывает бесплатный абонемент. Входной билет равен лотерейному. Начало в 10:00, стоимость билетов от 100 до 200 рублей. Праздничный концерт к Дню народного единства состоится на сцене Приморской филармонии. В программе популярные песни отечественных композиторов, русские романсы. Начало в 18:00, стоимость билетов 500 рублей.
Танцы, музыка, поэзия и увлекательные мастер-классы. Приморская картинная галерея в пятый раз принимает участие во всероссийской акции «Ночь искусств». Галерея открывает свои двери для посетителей вечером и ночью с 17 до 22.00. Гостей ждет насыщенная программа. Стоимость билетов от 200 до 500 рублей. Премьера в Театре молодежи. Постановка о подвиге по мотивам романа Александра Фадеева «Молодая гвардия» к 75-летней дате трагической гибели краснодонских малогвардейцев. Спектакль – напоминание о страшных днях, когда обычные дети, простые мальчишки и девчонки, большинство из которых были еще школьниками, вступили в смертельный бой за свободу и независимость своей родины. Режиссер и художник спектакля Сергей Руденок. Начало в 18.30. Стоимость билетов от 300 до 500 рублей. Приморье отпразднует самый многонациональный праздник – День народного единства. В программе благотворительный забег, праздничный митинг, а главным событием дня станет бесплатный концерт легендарной группы «Мумий-тролль» и известной группы «Марлины» на Центральной площади Владивостока. Наступающим праздником, хороших выходных и до встречи на культурных площадках города! Что может быть лучше любимой рок-группы? По заверению сотен тысяч поклонников этого жанра музыки, только музыка любимого коллектива, но в живом исполнении. Во Владивосток прилетел знаменитый в России, Восточной Европе и, что немаловажно, официальный трибьют группы AC/DC, известной во всем мире. Музыканты пришли в гости к журналистам и поделились своими секретами в эфире радио BBC. Скажите, пожалуйста, какой путь нужно пройти или что нужно в своей карьере сделать, чтобы добиться статуса лучшей в Восточной Европе трибьют-группы? Сколько концертов, я точно не считал, но уже за 700 перевалило. И ни одного концерта еще с первого по 700 какой-то не было, чтобы после концерта были плохие отзывы. Я думаю, это самое главное, как бы самый главный критерий. К слову, коллектив заработал звание лучшего трибьюта во всей Восточной Европе. Стоит отметить, что в приморской столице группа даст несколько концертов и двинется дальше. Сами музыканты утверждают, что под их ногами сцена буквально горит. По AC/DC совершенно не против, что их творчество, их культура по всему миру распространяется благодаря трибьютам. Поэтому они только приветствуют такое развитие. Но они как-то контролируют, ведь, понимаете, назваться группой, трибьют-группой, ну, мы с Сашей тоже можем собраться и назваться трибьютом AC/DC. Но никакого отношения к року вообще, в принципе, и к музыке это иметь не будет. Мы продолжаем рассказывать вам о том, что удивляло, радовало, а где-то даже шокировало пользователей интернета. Сегодня говорим о самом-самом, что смотрели и репостили по всему миру. Расскажем и покажем необычное существо, которое обнаружили ученые в океанских глубинах. Поведаем о волшебной стране Хэллоуина, кошке-путешественнице, а также поспорим про НЛО над Приморьем. Подробности у Дмитрия Беломестного в рубрике «В топ-5». Хайпанем немножечко. Взгляните на эту картину. Кажется, что она создана из множества маленьких точек. Но это не так. Это крошечные человеческие фигуры. Таким образом, художник из Америки Крейг Аллан создает портреты. Крейг всегда любил наблюдать за большим количеством людей с высоты. Это и вдохновило его создать из толпы серию портретов знаменитостей. Стоит одна такая работа – $500 000. Морской дамба. На видео засняли двойника героя диснеевского мультика. Исследователи судна «Наутилиус» неподалеку от побережья Калифорнии запечатлели на видео уникального осьминога, которого прозвали Дамба за то, что он очень напоминает диснеевского слоненка. Морского обитателя заснял телеуправляемый необитаемый подводный аппарат «Геркулес». Исследователи определили, осьминог относится к роду Гримпатиузис, который обитает на глубине от 100 метров до 5 километров. Обычно они бывают не крупнее 30 сантиметров в длину, но этот достигал 60, плавая на глубине 3 километра.
Поместье Ван Корленд в Нью-Йорке снова преобразилось в волшебную страну Хэллоуина. Ежегодно здесь проходит Great Jack O'Lantern Blaze, один из самых знаменитых в мире фестивалей, посвященных Хэллоуину. На этот срок поместье Ван Корленд преобразили профессиональные резчики, которые создали свыше 7000 тыквенных светильников, а также фантастические скульптуры и движущиеся инсталляции. На фестивале работает свыше 1000 волонтеров, основная обязанность которых заключается в замене светильников и быстро портящихся тыкв. Рич Ист 3 года путешествует с кошкой. Парень бросил работу, продал дом, а вместе с ним и все остальные вещи, чтобы отправиться колесить по Австралии. Из прошлой жизни он оставил лишь одно – своего пушистика по кличке Уиллоу. Вдвоем они преодолели уже более 70 тысяч километров. И по словам парня, это только начало. В небе над Приморьем засняли послание землянам. Пользователи в сети уверены, что увидели НЛО. На видео видны странные пунктирные облака, возникающие из ниоткуда. Вот такая вот, ребята, красота у нас в находке. Видна с таксопарка. Чё это, я не знаю. Обычно такие полосы в небе остаются за движущимся самолетом, и называются они конденсационным следом. Отметим, в небе над Приморьем проходили полеты истребительной авиации. К слову, несмотря на это, большинство жителей края верят в существование экстрасенсов и тайного мирового правительства. Напоминаем, вы также можете стать автором рубрики. У вас есть фото и видеоматериалы, которыми вы хотите поделиться или хотите, чтобы об этом говорили, присылайте их нам на WhatsApp. Самое интересное вы увидите в эфире 8 канала. Если это видео окажется в правильных руках, то оно станет популярным. Дмитрий Беломестнов, новости на 8. И далее к новостям спорта. Иван Штыль заглянул в гости в школу-интернат села Раздольное. Прославленный приморский гребец пообщался с детьми о жизни, спорте и о том, как важно порой иметь мечту. Социально важный диалог завершился вручением школе спортивного подарка от Ивана. Все подробности расскажет Максим Яковлев. Смотря на великих спортсменов по телевизору или читая о них в новостях, редко задумываешься над тем, что все это такие же обычные люди, которые когда-то бегали играть на заднем дворе, дурачились в школе и искали себя в юношестве. Таким простым и приземленным предстал перед детьми призер Олимпийских игр Иван Штыль. Приморский герой гребного спорта приехал в школу-интернат села Раздольное, чтобы рассказать о жизни до и после карьерного триумфа. К сожалению, очень мало людей передают свой жизненный опыт, который они имеют подрастающему поколению. Я считаю, это важно на своем примере показывать, объяснять, чтобы они учились не на своих ошибках, а на чужих. Для подростков общение с известным гребцом стало ярким событием. Они задавали Ивану самые разные вопросы о его жизни и спортивной карьере. Такое общение – это довольно действенный способ развития и социализации ребенка в школе-интернате. К тому же услышать от мастера спорта жизненные советы лично для себя дорогого стоит. Аж замерли все. Обычно у них дисциплина шалит. А это вы вот сами присутствовали, видели, что была полная тишина. С удовольствием это прошла эта встреча, я думаю, для наших ребят и с пользой. Я так хочу сказать, что всем понравилось, и они вот отзывы у них. Я думаю, что самые наилучшие будут. Несмотря на внушительный перечень регалий, приморский гребец отмечает, что уже сам сбился со счету своих побед. Говорит, что порой такие лекции и мастер-классы запоминаются даже лучше. Видно, как у ребят, какими бы они ни были, загораются глаза и появляется мотивация на любые свершения. Я думаю, у тебя большое будущее, ты пойдешь в педагогику. Будешь учить людей уму и разуму. Поверь мне, у тебя это получится. Так уж вышло, что любимое увлечение местных учащихся – это именно спорт. Большинство из них занимается самбо и футболом. Поэтому подарок Ивана Штыля – комплекты форм и футбольные мячи – юных спортсменов очень обрадовал. На прощание ребята попросили чемпиона чаще приезжать в гости. А Иван напоследок оставил детям самые важные жизненные наставления. В любой ситуации оставаться человеком, уважать ближнего и понимать, что в жизни легко не будет. И только через труд они будут получать то, чего они хотят. Максим Яковлев, новости спорта на 8. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке.
Новых руководителей дорожной отрасли назначат Приморье. Олег Кожемяка остался недоволен работой профильного департамента. Спустили воду. Жители Артема бьют тревогу. Излюбленное место их отдыха – резервное водохранилище – ликвидирует местная администрация. Пушкинский сквер приводят в порядок. Его ремонтируют по программе формирования комфортной городской среды. Арсеньев, Невельской, Муравьев-Амурский или Лагутенко. Новое имя аэропорту Владивостока выберут из трех вариантов. Всего предложено 10 имен. Фавориты пока неизвестны. Детские хирурги со всего Дальнего Востока приехали в приморскую столицу. Во Владивостоке обсуждают актуальные вопросы, перспективы развития этой непростой отрасли в медицине. Впереди длинные выходные. День народного единства готовится отметить Приморье. В краевом центре меняется график работы многофункциональных центров. На сегодня это все. Есть что добавить, заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете и все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните. И уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное – Владивосток. Продовольственная ярмарка во Владивостоке на этой неделе будет работать лишь в субботу, 3 ноября. На ярмарке всегда можно купить свежие овощи и фрукты от местных фермеров. Дары тайги, мед, а также мясную, рыбную, хлебобулочную, молочную продукцию, многое другое. В следующие выходные 10 и 11 ноября ярмарка снова гостеприимно распахнет свои двери. В ближайшую субботу всех жителей и гостей краевого центра приглашают запастись на зиму овощами и другими полезными продуктами. А вот обитатели приморского сафари-парка уже вовсю лакомятся дарами приморской осени. На вкусно и полезно жующих медведей смотрим прямо сейчас, без комментариев. Сразу после прогноз погоды. С вами была Юлия Ракоцкая. Увидимся на 8.